надо бы на экспедицию снарядить. Недоросли! Мирный поход в пограничные пределы за золотом. Эти русские расстояния держат нас в плен. Сильнее полков. Я тоже делаю все, чтобы выжить. Стоили настоящего хранителя. Дружба между державами – это благородный поступок. Россия будет воевать с Китаем. Русские сговорились с Китаем. Ты пришел ко мне с войной! Ты что, не хочешь мира со мной, а? Заваливай ворота! Завались! Если черт побери, происходит. Гарнизон, слушай мою команду. Будет для нас, если мы сейчас настоять за отечество.